все-таки, а Кеннеди могли хлопнуть военные за Кубу, что не послушал их и не стал бомбить СССР? Мы разбираем историю нашей страны. Кто Давайте я коротко отвечу. Да, пожалуйста. Здесь просто совершенно шикарный момент. Дело в том, что убить Кеннеди могли многие, потому что любой политик это выражает интерес каких-то групп. Кеннеди с момента Карибского кризиса пытался играть самостоятельную игру, то есть считал, что он управляет Америкой. То есть кто-нибудь его должен был грохнуть. Но если подходить сугубо формально, то есть один человек, который признавался в организации убийства Кеннеди и, по сути, воспользовался плодами этого убийства. Это диктатор Дювалье с Гаити. То есть, когда Кеннеди обрезал финансирование его совершенно одиозного режима, безумного, этот создатель Тантона Макутов и поклонник магии Вуду, считавшийся сильнейшим колдуном Вуду, провел публичный ритуал, где истыкал иголками куклу Кеннеди, заявив, что через несколько месяцев тот умрет. И Кеннеди действительно умер. Правда, не от иголок, а от пули в затылок. Нет, так магия Вуду так и действует.